Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни, это Шашлык. И сегодня мы продолжаем играть в зомби против растений. В прошлый раз мы остановились на уровне 2.8. В принципе, ничего нового у нас не появилось. Появился, кажется, гриб, который может замораживать и которым мы еще ни разу не пользовались. Ну, сейчас... О, новый зомб. Зомби-танцор. Зомби-танцор еще не встречался. Вот пока о нем нету описания. Ну, посмотрим, чего он делает. Предполагаю, что он танцует. Это опять ночной уровень. Не нравятся мне ночные уровни. Возьму вот этот гриб Ледовик, чтобы посмотреть, как он работает. Обязательно зубастика. Стенорех. И вот я думаю, заморозку, наверное, мы не будем брать такую. Обязательно поедателя могил возьмем. И вишенку. Вот я думаю, вот таким раскладом будем пытаться пройти этот уровень. Хотя, может, конечно, нужно что-то убойное взять, типа огорошивателя. Ну, думаю, справимся. Думаю, справимся и таким раскладом. Ну, не справимся, будет первый фейл, который у меня произошел. Вот, я все жду, когда же я проиграю в эту игру. Пока не получается. Специально проигрывать вроде как не хочется. Думаю, случится такой момент, когда я проиграю не специально, поэтому буду играть хорошо, ну, стараться играть хорошо, чтобы специально им, зомбякам, тем мерзким не поддаваться. Так, ну, как обычно, выстраиваем ряд, что у меня нога зачесалась так, выстраиваем ряд бесплатных грибочков с паровиков, вот, вслед за ними, ух ты, как далеко дошел этот зомб, обычно они убивают. Что-то он какой-то живучий оказался. Ладно. За ними выстраиваем два ряда наших солнечников, чтобы у нас были солнышки в достаточном количестве, чтобы мы успевали отстраивать нашу армию воинственных грибочков и прочих растений. Вот, что испытать. Ладно, я все-таки съем могилу пока. Потому что могилы, чем их больше к концу... Во-первых, за них денежки дают. А во-вторых, чем их больше останется к концу, тем мне же будет хуже. Потому что они... так вот, поставлю третий ряд. Эти бесплатные грибы я строю без ограничения. Так. Сюда поставлю грибок. Надо, наверное, уже сюда или не втыкать пока картошку. Не знаю. Наверное, пока не буду втыкать картошку. Пусть они его так, я думаю, расстреляют этого. Ну, съест он один грибочек. Ну и фиг с ним. В принципе, не так страшно. Вот, уже пошли у нас большие солнышки. Так. Наверное, будем... Ну, во-первых, съесть могилу надо. Я уже забыл свой план. Так, наверное, тут будем строить картошку. Ряд. За картошкой будем ставить... О, танцор. Ух ты, как он прикольно работает. Я еще такой темы не видел. А ну-ка, испытаю я на нем замораживающий... Ух ты. Прикольно работает замораживающий гриб. Можно тут поставить зубастика, и он его просто съест, но мне интереснее его убить. Так. А, он опять появился, этот зомби. Я понял смысл. Они его защищают со всех сторон. Эти обычные зомбаки, они его защищают. Вот в чем смысл. Ну все, танцора убили. Да, прикольные зомби. Хотя они, кстати, медленно идут. И... Они, в принципе, серьезные угрозы нам не представляют. Так что, я думаю, ничего страшного. Вот, тут нам еще денежку дали. Денежка — это хорошо.
Нам за нее обещали еще один слот дать. Так, тут, наверное, буду уже потихоньку высаживать зубастиков за нашими орехами. Ряд. Так, тут поставлю притя. Поставлю тут зубастика, пусть он съест. Вот так, едим могилы, не забываем. И тут еще поставлю зубастика. Так, так. Так, едим могилы. А, я снова неправильно... Блин. Блин, так. Я снова неправильно сделал. Ну вот, я не знаю, успеет он съесть. Одну могилу мы, походу, не успеем съесть, но ничего. Опять танцор идет. А мы сейчас на нем вишенку испытаем. Бух. Все, нет танцора. Блин, вишня решает. Вишня на самом деле решает. И это круто. Надо и врать. Ну, во всяком случае, может, она пока решает. Возможно, дальше будут уровни, где вишня нам уже не поможет. Но пока... Пока она хорошо справляется со своей задачей. О, успел я отстроить ровный ряд. Ровный ряд наших цветов и грибов воинов. Так, ну все, уровень пройден. Вот нам дали какой-то новый гриб. Посмотрим, что он делает. Что же он делает? Уничтожает большую зону. После взрыва оставляет кратер. Бум-гриб. Видимо, это что-то типа вишенки, только мощнее, но... Кратер, наверное, туда нельзя будет садить ничего. Но я его сейчас обязательно возьму. Обязательно, чтобы посмотреть, чего же это за гриб такой. Наверное, даже вишенку брать не буду. Он, кстати, дешевле. Этот замораживающий возьму, он может спасти. Ну, вот этот. Так, и чего я забыл? Чего я забыл? Как, что я брал в прошлый раз? А, зубастика забыл. Как я мог забыть? Нет, без зубастика мы играть не будем. Так, все, поехали сажать. По нашей уже отработанной системе. Мне уже, честно, поднадоели ночные уровни. Ой. Хочется дневные. Дневные мне больше нравились уровни, нежели эти ночные. Ну, в принципе, не суть важно. А, нет, вот сейчас я конкретно протупил, не туда поставил. Третий гриб, ну, ничего, думаю, он справится с задачей. Да, зомби не успел еще подойти близко. Поэтому он успеет его расстрелять. Может, он, конечно, чуть-чуть покусает нашего зомбака, но ничего. Так, ну, давайте, солнышко. Наверное, второй поставлю, чтобы наверняка. Ну, еще съешь его. Нет. Ему не дал. А вот интересно, можно ли пройти уровень, не собрав вообще ни одного солнышка, вот если садить только вот такие вот бесплатные грибы. Наверное, в принципе, какой-то вот из первых уровней, где они появились, так пройти, наверное, можно. Ну, а вообще, мне кажется, конечно, проблематично так будет пройти. Хотя, кто знает, надо попробовать. Так, вот эту могилу, она мне совсем не нравится. Мы ее сразу съем. Так, ну вот у нас уже две шеренги есть. Наших бесплатных грибочков. Можно, в принципе, больше их, наверное... Вот попробую я их больше не строить. Не буду строить вообще. Третий ряд. Буду строить картошку и наших... так, в принципе, что... Ай, опять я посадил. Что ж я такой неудачник? Зачем я... О, успел он съесть. Отлично. Отлично, что он успел съесть. Буду садить картошку, а за ней ставить зубастиков в ряд. Вот, первый зубастик поставился. Отлично. Так, что-то у нас солнышки совсем не хотят появляться. Как-то они медленно
Медленно, медленно. Так, надо вообще не забывать, еще есть могилы. Ну, сейчас у меня другая цель. Я хочу поставить сюда зубастика. Насобирать на зубастика. Хотя, ладно, уже пусть он ест эту картошку. Или поставить. Да нет, поставлю. Не ешь картошку. Ай, надо съесть срочно эту могилу. И снова я... Но он успеет, успеет съесть. Да, успел. И теперь мы тебе сюда орех. Подавись этим орехом, чтобы тебе не казалось, что ты великий зомб. Так, а вообще, хватит. Мы тебя сами съедим. А не ты нас съешь. Так. Что еще? Ну, пока есть лишняя денежка, посадим. Меня вот здесь пугает. Я вот, наверное, воспользуюсь нашим вот этим грибом взрывным. Заморожу его. И поставлю сюда орешек. Так, теперь нам надо собрать... Да, вот теперь сюда можно зубастика поставить. Ну, в принципе, нормально. Осталось укрепить одну линию и потом заменить вот этот орех. И уже будет более-менее. Более-менее. Так, съем я вот эту могилу пока. Сейчас вот у нас уже скоро появится. Скоро появится орешек. Вот он уже появился. И мы ставим его и зубастика. Все, более-менее у нас серьезная защита стоит. Есть еще откатился у нас замораживающий. Надо съесть могилу быстрее, пока не успели они выползти хоть одну. О, успели. А, они что-то из могил не вылазят. Наверное, только на последний вылазят из могил. Что-то долго жуют мои цветочки этих зомбиков. Ну, да ладно. А мы сейчас делаем вот так вот, чтобы они успели проживать. Мне чем нравится этот цветок, то что он сразу всех замораживает. Так хорошо. Прикольно. Не подходи! Я не хотел, чтобы его съел цветок. Я, честно говоря, хотел. Не так. Так. В принципе, мы сейчас тут вот так вот усилим нашу... Поставим два ореха. Ну, зубастики работают отлично. Кушают зомби. Нравится мне почему-то этот цветок зубастиков. Не могу сказать почему. Ой, ну тут нашу картошку просто разорвали по этому ряду. Ну, ничего, так. А мы пока тем временем кушаем могилу. Если я посажу зубастика, пусть он съест этого с дверью. Хорошо, что он, кстати, его съел. А то они довольно сильные. Это, кстати, деньги есть. Неплохой способ от них избавляться. От сильных зомби. Так, укрепить надо эту картошку теперь. Просто садим им зубастика. И все. И зомби нет. Не, лучше, конечно, взорвать, вы скажете. Но мне вот по кайфу зубастики. Кстати, надо было их бы садить поближе, а перед ними садить... Орехи, а то я, получается, их просто пожертвовал. Но деньги есть, в принципе, откатываются они быстро. Подожди, подожди, не ешь зубастика. Вот этот уже переживал. Сейчас съест еще зомбака. Ай, ну, тут не успел. Так, съем последнюю могилу. Чтоб она нам не мешала. Все отлично. И будем укреплять. Укрепляем потихонечку наш ряд орехов, чтобы они нам, чтобы они не прорывались. О, уже зомби пошли такой мощной линии. Ну, думал, стоит испытать бомба-гриб. Пух. Ого! Он всех зомби убил. Ой, я забыл солнышки собирать. Какой прикольный гриб. А вот интересно, эта воронка, туда что-нибудь посадить можно или нельзя? Вот я хочу. Вы не можете сожрать на кратеры. Вот почему он. Ну, все равно, вот этот последний ряд, я его редко когда буду засаживать чем-то.
Так что, в принципе, отлично, что так он работает. Так. У нас идут... Пока этот не откатился, мы всех остальных подморозим. Все, подморозили. Отлично. Вообще, я сейчас буду даже делать вот такой двойной кордон. Двойной кордон ставить. Зубастиков... Так, а все, мне уже могилы, поедателя могил смысла нет делать. Так, вот этого с двери я съем. Чтоб он... А, здесь прорвали. Здесь прорвали нашу оборону. И дальше начинают идти. Ну ничего. Нам сейчас главное устоять. А последнюю волну... Я вот, наверное... Я даже не знаю. Наверное, здесь я буду усиливать вот так. Вот, раз. Ой, приближается большая волна зомби. Ну, сейчас посмотрим. На... О, кратер, кратер, он починился. То есть теперь сюда можно, я так понимаю, посадить. Но вот уже нельзя, там эти вылезли. О, все. И все. Вообще не паримся. Ну, отлично. Раз кратеры со временем... Пусть они все выйдут. Я вот, вот тут вот жахну. Бух. А, нет, его надо было в середину. Танцор остался, но мы его сейчас съедим. Вот так вот этого танцора, чтобы он сильно не танцевал там. Ой, паузу нажал случайно. Так. Зубастик откатился. Ну, я думаю, тут уже справятся все и так. Хотя вот этот какой-то так прям идет уверенно. Ха. Уже не смог его съесть наш зубастик. Ну, ничего. Все, этот уровень пройден. Ну, еще не пройден, но сейчас будет пройден. Так, 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 солнышки, солнышки. Ну давай, умирай, зомбяк. Все. Так, что тут нам дали? Что? Да я помню, записка у нас уже была, сейчас должен им показать. Привет, мы хотели бы зайти на полночный перекус. Как насчет мороженого и мозгов? Искренне твои зомби. Да, очень смешно, учитывая, что каждый день они ко мне заходят. Так, думаю, на этом мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.